Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре с Force of Nature. Из головы вылетело пардон. Так, что у меня тут новенького? Ничего такого особенного. Я тут варю клей в массовых масштабах. Так, пополнить. Веревка мне не нужна. Мне нужно немножко глины. А, кстати, зерна кофе выложить. Они мне как-то никуда не сдались. Выращиваю я клубнику, построил я алхимический стол, видите, тут немножко разнес. Очень удобно стало собирать мне все. То есть подошел, вода, буковка Е быстренько собрал. Здесь получается альтом я собираю. Ну, альтом точнее я это все выковыриваю, а контролом собираю. То есть никаких проблем особенных здесь с посадками нет вообще. Секундное дело. Не знаю, кому там что припекало, так что ничего сложного нет. Посадил я тут сыроежки, домик построил. Не двухэтажный, конечно, как мне вначале писали, этот коттедж, но тоже подойдет. Здесь я вон готовлю сильное противоядие уже, которое на 90 секунд дает иммунитет к яду. Хорошая штука. Потом заберу, подбегу. Сейчас у меня основная задача. Хотя, что я торможу вообще? Я вот так его закину, да и все. К сожалению, броньку я себе только сделал модную. Это защитную шапку бедуина. Больше пока ничего такого я не сделал. Насобирал немного ресов про запас. Так, это аккуратненько надо вот так вот выложить. Так, сейчас надо что нам? Копнуть глинки. Черную лопату, кстати, сделал. Копает шикарно. По два кусочка. С глиной проблем нету. Вот с алхимическим столом я пропарился 8 ядрит часов примерно. Ну, 4 или 8 это точно. Чтобы все его снарядить, чтобы там сделать все, как говорится, чтобы по уму было. Так. Сколько мне там на портал надо? Десяточка, пятюня, камешек и песок нужен. А, песок нужен тоже десятка, да? Это уже быстро все делается. Надо, кстати. Угольная коптильня. Уголь завершен. Отлично. Также насобирал я здесь ресиков. Побегал по мертвому лесу. Советую только там ресы собирать. Насобирал ресов. Тьмущая ресов, короче. Вот у меня тут железо всякое. Бронза, олово. Тут у меня до сих пор железо плавится. Здесь медь. Готовлюсь потихонечку к переходу на стальные инструментики. Но это будет довольно-таки медленный переход. Я бы сказал. Сейчас я поставлю уголь в плавку. Что он нужен в таких количествах, что долбануться можно. Ага, уголек еще нужен. Класс. Но уголька так не так много, на него хотя бы нужно. О, сейчас зарядим. И будет все нормуль. Уже стало не напряжно, если честно. Вот так вот бегать, вот такой вот фигней заниматься. Так, но мне надо сейчас взять накидку бедуина. Я думаю, может улучшенную сделать. Так, а что у нас здесь делается на ковальне? А, нет. Вот видите, тут стальной уже топор пойдет на 11 уровне. Стальной короткий меч на 11. В общем, тут предел вроде... А, нет, предел 12 золотое. Ну да ладно. 12 так 12. Чем мне из заданий тут надо еще, кстати, сделать? Алхимический стол. Зелье энергии еще сделать. Но это потом. Не хочу его делать, блин. Получи новый уровень. Порядок. Так, давайте посмотрим, что мне там надо на накидку бедуину. Я могу предположить, что мне нужна будет ткань. Она у меня с собой есть. Золото и бронза. Бронза, вероятно, две понадобится. Там еще веревка у меня есть. Сейчас посмотрим. Сделаю себе усиленную на всякий случай. Хотя, что мне тут самое слабое? Перчатки, да? Перчатки я, блин, смогу сделать или нет? Вот что вопрос. Защитные штаны бедуина. Меховые перчатки. Железные наколенники. Меховая шапка. Белые меховые защитные.
Блин, накидка только есть, да? Ткани нужно 11, шкуры, веревка. Слиток меди. Два надо слитка меди. Ух ты, слиток золота. Так, ну у меня как бы с собой один. Игла есть. Так, мне нужен брезент 4 штуки. Ну сейчас брезент-то сделаем, это не проблема. Такая серия будет немножко хозяйственная. Так, надо одну ткань сделать. Сразу не отходя от кассы сделаем. Она быстро делается. Относительно быстро, ну да ладно. Так, ткань у нас идет. Мне надо взять золото и просто медь. Я что-то думал, бронза нужна. Это получается бронза. Я на шапку вроде использовал. Видимо, да. Ну, золотые слиток возьмем. И два слитка меди. Это не проблема ни разу. Надо на всякий случай сделать, потому что я хоть и сделал себе амулет изящной защиты и комфорта, но я что-то сомневаюсь, что там у меня это протянет хорошо. Уж что-то такое, такие смутные мне сомнения терзают, что этого не хватит. Так, 6.43. Но брезент смогу хотя бы сделать нормально. А сколько мне всего там надо? Давайте посмотрю сначала. Так, рецепты. Защитная накидка бедуина. 5 брезента надо. Веревка, шкура, да, это я все найду. Ладно. Брезент-то хоть ты быстро строишься. Чудо в перьях. А, да, ну он строится быстренько. Так, веревка. Мыло есть? Нет, мыла нету. И вот кожицу возьмем. Надел я себе тут праха. Вот мука, кстати, ее надо бы выложить. Вот куда, блин, бы ее выложить, так, чтобы было удобно. С муки я варю себе здесь этот... Как видите, грибочки у меня закончились. С муки я себе варю клей. Клей нужен на бумагу. Бумага, правда, не сильно расходуется. А, точно, я пока накопаю этого. Песочка 20 штучек. Чтобы на порталы было. Очень быстро теперь копать стало. Это вообще шикардос. Это... Просто кайф. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Песок в нужном количестве есть. Потом, конечно, я еще займусь переплавкой песка. Надо вообще-то бы все этих слитков стекла наделать. Так, ради интереса. Так, два, еще два кусочка осталось, да? И надо выложить, ну, веточки. Но ветки выкладывать не буду, фиг ты с ним. Вот что вот с семенами клубники делать, вопрос хороший. Здесь, конечно, я посмотрел, есть еще, конечно, некоторые крафты. Возможно. Ай. Но вот. Это вот на последнем уровне у меня будет такая большая грядка. 4 штуки. Могу их построить. Не знаю, что там с этой большой грядкой. Но надеюсь, это будет вообще мне полностью облегчить задачу по посадке грибов и всего остального хлама и прочего. Так, а мне еще... Ага, один кусочек. Ну, все правильно. Сейчас сделаем один еще. Все, отменяем. И теперь защитную накидку клепаем. Эм-бэ-бэ-пэм-пам-пум. О, пусть она делается, я пока вон, мех в сундук сложу. Хорош-то, ме-ме-ме. Со свиньями я еще не экспериментировал. Что там с ними вообще можно делать? Честно, как-то немножко пофигу. А вот воды в колодцах не хватает, просто жесть. И тут еще, кстати, мельницу можно потом будет построить. Тан-тан-тан. Да, мельницу еще можно будет построить. Я, конечно, не знаю, буду ли я ее строить. На нее требуется, извиняюсь за выражение, до хрена ресурсов. Просто реально до хрена. И чё с ней мне, блин, делать потом? Ну, блин. Я, конечно, планирую улья перенести за забор. Ну, тут забор я как бы достроил. Планирую улья перенести за забор. И, возможно, мне это даст хоть какое-то преимущество. Очень сомнительно, правда, но вот как-то так. Пока ничего тут особенного у меня еще нету.
Ну вот только вот эти грибы собирать, как бы не ног бывает, напрягает. Ну, не сильно. Взять все. Так, все, готово. Ну, я думаю, этого мне пока хватит вполне. Обычное лечебное зелье. Чай из трав, кофе. Но энергетический напиток, конечно, зелье энергии. Ладно, разберусь там, если что, сделаю, это не проблема. Стало показывать переход на новый уровень. Это бессмысленно было, так как я после перехода на новый уровень обнаружил... Я вообще хотел игру забросить. Я так говорил в последней серии. И она просто надоела уже. Но после того, как я построил химический стол, тут в игре появилось как бы много нового и интересного. Вот что прикольно. Вот что мне реально понравилось. То, что здесь как бы игра каждый раз удивляет. Такого я еще нигде не видел, если честно. Так, защитную накидку про запас. Нафига мне уголь? Да ладно, пусть будет. Может, с ним потеплее. А, хотя там и так у меня жарко будет сейчас. Лады. И мне надо отправляться. Банановый. Как там, рай, лес. Как хотите, так и называйте. А, так, вот мне надо вот сюда вот. Ага. И вот здесь я столкнулся с проблемой жуткого перегрева. Хотел показать вам новое существо, которое я здесь увидел. Но, увы, увы. Эй. Где здесь или не здесь? Да, где-то здесь. Ребята, идите лесом, а. Ну, так скажу вам. Зельями, конечно, довольно-таки эффективно, но их требуется много. Изумруды я насобирал два, один раз помер. Умутюкался, что только можно. Потому что мне тут окружили три скорпиона и еще вот один гоблин. И меня скорпионы так заглушили ядом, нон-стопом, что я больше ничего сделать не смог вообще. Так, я хоть правильно направляю? Чего? Нет, я неправильно направляюсь. А. Это уже интересно. Это от мясных угодий мне бежать надо. Слушайте, извините, я не смотрел, где у меня это расположена фигня. Фига, я так лоханулся. Ну хотя, что тут говорить-то? Я почти 3 дня просто тупо крафтил, бегал, развлекался. У меня, кстати говоря, вот, возможно, какой-то тоже проблема встречается. На рабочем компе, там, где 7-я винда. То есть, когда я сворачиваю окно, у меня все нормально, как бы... Давайте его завалим тоже. У меня все нормально работает. Когда я именно сворачиваю окно, то есть, игра играет. Здесь почему-то на 10-й винде нет. На планшетнике пробовал запустить. Хоть с тормозами идет, но такая же бабуня. Так, а мне нужен мясной лес. Блин. Мясные угодья. Да? Я ж там мясо собирал только недавно. А чё это так не обратил внимания? Нет, чё-то не то. Да? Вот ядрить налево. Что за фэншуй такой? Я тут бегаю, мясо собираю, эти клыки. Что мне на прах нужно, как правило. Но вот кабаны от меня убегают, сволочи. Боятся меня уже. Потому что я вот тут насобирал столько, что дальше ехать некуда. А ну также еще деревья здесь рублю. В основном не такие елочки, а сосенки. Потому что с елочек еще ветки падают. У меня этих веток уже как у больного не знаю чего. Мыло, наверное. Ну ладно, давайте-ка проберемся тут сквозь лес. Чуть мне даже интересно стало. Что это за номер такой? Здесь ничего для меня опасного-то нет вообще. Слушайте, а может просто потому что... Ага, а вот и здрасте. Ну-ка, фигушки. Перегрев.
Это значит, что мне еще надо вообще полностью переодеваться? Это засада уже. Плюс 7, да? Так, стопы, плюс 7. Какого... Прошу прощения. Надо кое-что посмотреть. Не убегай только. Плюс 7 в смысле холодно и плюс 7 в смысле жарко. Вот это вот надо проверить. Так, где ты там? Не вижу нифига. Так, стопы. Стол повара. Производство завершено. Блин, а куда я сейчас прибежал, кто мне скажет? А я сейчас прорублюсь, пофигу. Не вижу, но будем прорубаться. Давай, давай. Не стесняйся. Плюс 4, плюс 7. Так, стопы, какая тут температура окружающей среды-то? Ой, так здесь, блин, холодно. А вот это номер, так тут холод. Что-то как-то странно. Значит, получается, с одного края, когда я пытался добежать... Слушайте, а мне что-то начинает казаться, что здесь осколки, они разбросаны с запасом. Потому что я бежал, я точно помнил, тут было жарко. Короче, сейчас новую дорогу себе проделаю, ну его нафиг. Это значит, мне нужна теплая одежда? Да, блин. Сейчас сделаем теплую одежду. Хотя я лучше ее возьму, старую. Что там мне нужно? Это плюс 7. Это мне нужна накидка, получается. Да, мне нужна всего лишь накидка и шапка. Этого вполне хватит. Хотя я возьму на всякий случай лучше всю. Полный сет брони. Нет, ну это очень, блин, странно все. Так, меховые штаны. Берем, берем, берем. Вот броня, по идее, мне нужна меховая. И шапка. А где шапка-то хоть? И шапка. Должно этого вполне хватить. Сейчас проверим как раз. Это все пока оставлю. Что-то как-то я... Хорошо лоханулся, кстати говоря. Так вообще вышло, интересно. Или это реально другой показал? Потому что нет, там была температура плюс 40, это я точно помню. Это значит, получается, осколки вы можете найти, просто бегая тупо по лесу, и он вам будет показывать, которые находятся ближе. Либо сейчас будет прикол. Прикол в чем? О том, что я сейчас побегу к этому осколку. Он мне покажет сначала плюсовую температуру, потом минусовую, потом... Ну, короче, температура поменяется. Спокойно такое может быть. А, ну да, я там вижу, типа, пустынный биом. Но это логично еще. Соглашусь. Предположим. Но очень странно. Ну, это называют они пустынным биомом, да? Класс. Так, а ну-ка давайте-ка я попробую снять что-то. Пока будем экспериментировать тут с температуркой. Не хотелось бы мне полностью деваться, но кажется, придется, да? Да, это косипорно. Да, тут снега. Ё-моё, дорогие друзья. То есть мертвый лес там стандартно холод, здесь хотя бы, видите, снег есть. Ну, спасибо, разраб. Очень мило за снежок. Сейчас только я тут прорублюсь, блин, сквозь эти кустарники. Где это? Тяф-тяф. Ну ладно. Ладненько, предположим, что это за камушки. Забавно, так любопытно стало.
Может, какие-нибудь особенные? Ага, особенные обычные камни, зашибись. Олово мне точно не нужно, сорян, народ. Олово, пожалуй, нет. Не надоело? Блин, третий уровень, у меня 10-й. Вы что, издеваетесь, игра, ты чё? Ну, хоть не убегают, и то хорошо. Шкур наберу, на халяву. Я с собой противоядие сделал, ё-моё. Да уж, здесь, конечно, дорога это капец какой-то. Странно, а чё мне этот осколок раньше, зараза, не дался? А хотя логично предположить, друзья мои, то, что вы когда будете бегать по миру, вы можете и на более ранних уровнях найти, к примеру, вот этих вот существ. Ну, не существ, а осколки. Я что-то как-то это не учитывал. Я не думал, что здесь такое может быть. Но, судя по всему, я просто поперся, как говорится, в степь не ту. Да, и сейчас куда я пусть, сам тоже не пойму. Зашибись. Ну, я хоть бревен наберу. Хотя мне этих бревен сейчас толку нету. Так, лучше тут пробиться. Ну, кофейку мне должно хватить, по идее. Вообще, лес прикольный, я вам скажу. Вот. Что я сейчас бью? Кто мне скажет? Ага. Понятно. Что-то бью. Главное, что оно бьется. Остальное ерунда. Так, а здесь у нас что? Что это у нас тут такое-то хоть? Железо. Ну, место есть, пособираю немножечко. Тут надо еще придумать, кстати, где портал расположить. В удобном бы месте желательно. Ой, там тоже что-то, смотрю, есть. А там тоже железо. Железный рай прям какой-то. Ну, ладно, сейчас этот камешек добью. Не буду сильно упарываться. Железа мне пока хватает. Надо тут территорию как бы подчистить. А вот я сейчас тут деревья посрубаю нафиг. Да может портал поставлю как раз. Надеюсь, по крайней мере. Не, ну смотрю, по месту должно подходить. А потом сюда еще вернусь, не на запись, уже и подобываю ресики. То я сомневаюсь, что кого-то прикалывает, как я буду здесь киркой где-то часа 2-3 махать. Меня это, наверное, только одного прикалывает. Хотя, если петь песни, по идее, так руду добывать, может быть, это и бы поперло. Ну, давай-ка попробуем тебя воткнуть. Отлично. Сейчас он достроится. Зимний лес назову. Венус. Яу. Зимний лес. Зимний лес. Ну ладно. Главное самому потом прочитать это и понять, что я написал. Остальное ерунда. Хотя с этим бывают проблемы. Так. Сейчас мы тут пробьемся. Никого пока серьезного я тут не вижу. Ё-моё. Еще надо одеваться. Ничего себе, тут приколы такие. Я правильно сделал, что с собой сет взял. Броньки-то. Смотрите, все холоднее и холоднее становится. А вот там группа в полосатых купальниках что-то мне нифига не прикалывает. Он один там хоть? Я что, сквозь кусты увидел ни одного. Ну да. Слушайте, когда они пробовали булавой куст шибить? Вообще-то получается, по идее. Но у персонажика что-то явно нет. Ледяной голем.
Медведи 2. Что-то мне как-то... Фу, третий уровень, лохи. О! От этого уже может быть больно. О, это и будет больно. Хотя не так и больно, как казалось бы. Хм, я думал, что-то поопаснее будет. Но мне, видно, амулетик спасает. Что-то у тебя есть? Шкура, шкура, мясо, коготь, клык. Ладно, предположим. Ой, снеговичок, иди ты лесом-то, а, мужичок. Так, ко мне. К ноге я куда пошел? Ой, бедненький. Ой, как он лупит-то, блин, больно. Так, давай ты тогда идишь-то. Царевна прекрасная, 14 уровня. Ладно, с тобой-то я справлюсь хотя бы. Надо стаминку повышать. То конкретно надо ее повышать. Прах, клык. Не, ну с тобой тоже надо справляться. А, понятно, я тап нажал. Я самый же гениальный. И думаю, что-то тут не то. Да, голем это долго пинать, я вам скажу. Зараза мощная. Ой, как зелье у меня уходит хорошо. Ой-ой-ой. А, я так и знал, что алмаз только с этих дурней будет сыпаться. Это может стать будущим небольшой проблемкой. Хорошо, если я приручу пингвина, что я получу? Прекрасно. Так, мне по идее вот сюда. Ну да не пугайте вы меня. Угу. Еще одного вижу, снежного человека. Капец какой. Мощные заразы големы. Блин, конечно, в этой пронета это полный абсурд ходить. Я надеюсь, он здесь застрянет. А, он не проходит порядок. Не был бы я так уверен. Ну ладно, медведь проходит. Медведя пофигу. Завалим. Застрял. А, разострял. Ты, блин. Ладно, давайте с ним попинаемся. Уже, так говорится, по-честному. Так сказать, если это можно вообще назвать честным боем. Потому что он меня бьет очень больно. Осколок, осколок. Ой, с них еще стекло падает. Очень, блин, полезно. Немс. Это, блин, проблема. Не, ну конечно, чисто теоретически можно потом сделать защитную какую-нибудь хорошую броньку. Так, ты сюда. Ай, слабак. Хотя поодиночке они все не страшны, я вам честно скажу. А чё ничего нет вообще с них? Это нечестно. А вот меня волнует проблемка-то тут другая. Такая более-менее душещипательная. Что у меня такие ощущения, что мне сейчас люлей хорошо ставят.
Слушайте, я не знаю, конечно, как пингвины орут, но, по-моему, это не с этой, как говорится, оперы. Мне их так и на охоту назвать. Чуи, вы куда? Че ты застрял-то, а? Ну, кофейку еще глотни. Вместо противоядия надо больше было зелий сделать жизни. Текс. Куда я прусь? Меня прет, потому что снег идет. Ну, вот пока тут тихо, спокойно. Хотя это все настолько относительно, что просто капец. 25 зелий. Ну, должно, блин, хватить. Ага. Один кандидат. Ладно, одного уработаем сейчас. Ох, тяжко ж они, зараза, идут-то. Фигово. А там, блин, еще целая тонна их. Ко мне. Сейчас посмотрим. Только мне тут подойдет первый. Ну ладно, медведь, хрен с тобой. Эй, сюда. Тебе это не относилось. Я на этого жду. Ну ладно, давай с тобой так посражаемся, дяденька. Эй! Ай-тя-тя-тя-тя-тя-тя! Это было больно. Ну, с этим давайте справимся. Да, кстати говоря, у меня сила кончилась. Нифига себе. Погодите, я его попинал, от меня чего, убежал? Да не верю. Да, он убегает, гад. О! Вот это был ударчик. Это было жутко больно. Так, мне главное сейчас хотя бы по одному их завалить. Крошка алмаза. Сколько мне надо этих долбанных крошек набрать? Вот в чем вопрос. Заполучи еще один фрагмент Force of Nature. Получи новый уровень. Еще собери 15 крошек алмаза, да? Дайте угадаю. О, нет. Ой. Это даже как-то странно. Не, мужик, это было... Вот это было с моей стороны глупо. Да, как с ним сражаться? Кто мне скажет? Там их трое. О, это было опасно. Очень опасно. Ну ладно, попробуем давайте хотя бы одного завалить. Там, я думаю, я немножко схалтурю. Но если мне крошки алмаза с этих чудиков выбивать, я немножко прифонарею. Чё-чё-чё, там еще один, что ли? А, нет, там эти дятлы ходят, бродят.
Так, а здесь у нас что? За такая поляночка. Так, как раз на краю, да, получается? Так, здесь никого нету, отлично. Сейчас я тут, дорогие друзья, немножко подхалтурю, так сказать. Ну, не ожидал я, что будет так все круто и жестко. Здесь еще один портал поставлю. Блин, кошмар какой-то. Просто жесткий кошмар. А вот это вот спилю, пожалуй. Елочка здесь не нужна нафиг. И давайте-ка я портальчик воткну. Отлично. Вот так тихо, тихонько, удобно. И... Так. Экстракт сыроежки у меня должен был уже приготовиться. Антарес. Ледяной лес. Зима. Центр. Отлично. Так, мне пока в хоум. Сейчас и пару зелий хотя бы все сделаю, и будет нормуль. Что-то я, блин, стромозил жутко. Это кошмар, как я ступил. Я ступил, а не стромозил. Порошок сыроежки. Никогда так долго не тупил, но я просто не знал, что не нужно будет там. Антидот. Знал бы, блин, нафиг не пошел бы туда. А, так у меня даже так все есть. Отлично. Здесь, кстати, вы можете менять количество ингредиентов. Очень пригождается бывает. Количество ингредиентов вы когда меняете, у вас появляются различные зелья. Она может от обычного быть, да, от сильного. Я так, правда, до сих пор и не догнал, как это правильно делать. Но это же я. Так что приходится мне вот так вот пока нарочно это все делать. Так. Блин, крошка алмаза, 3 штуки. А че я видел, что их 15 надо? Ну ладно. Предположим, я как-то что-то где-то проглядел. Сейчас пробегусь, так посмотрю. Уголек еще поставим на производство. Очень странно это все, вам скажу. Пока у меня там все жарится, парится. Там мобики никуда не денутся от этого. Я как раз в этой серии хочу успеть хотя бы это завершить. Новый уровень. И дойти до стального оружия. Немножко подлиннее сделаю, потому что последняя серия получилась немного кривовато. Опа. Уголечек, уголек. Откройся. Кирпич ты завершил. Рад за тебя. Толк-то от этого. Пополнить. Крошка алмаза, пожалуй, надо бы выложить. Да, я согласен, надо бы тут мне порядок навести. Конкретно 4 крошки. Но если надо будет там 15 этих крошек дурацких, то да, там придется, к сожалению, мне ждать только следующего уровня. Тут никак не обойдусь, не обойдусь я этим всем. Так, здесь все растет, там у меня все есть. 14 зелий, 15. Этого мало. Так, и грибы. Грибы тоже, кстати, надо поставить сейчас сразу тогда в крафт. Сейчас я их заберу. Так. Маловато их получилось. Я думал, больше будет. 400 штук надо для одной пачки. Может, кстати, наберу сейчас. А, не набрал. Увы. Не хватает ресурсов. А, вода нужна, точно. Эх, не хватило буквально 6 штучек. Увы. Ну, пока там крафтится. Недолго это занимает крафт, когда у вас уже почти все готово. Зачастую занимает много времени то, что вы стоите, ждете. Опять ты. Да ты достала уже. Свали нафиг в туман.
Даже комментировать это не хочу. Надо свинарник делать, их там сажать, чтобы они тут не бегали. Это ладно, свинья-то еще фигня. Вот когда корова зашла, я тут чуть не помер ее обходить. Все, давай, вали отсюда. Где у меня там порошок сыроежки? Чтоб тебя, не знаю, там пусто было, разорвало пополам. Построил себе домик, называется. И занято. Точно говоря, мне влом строить пока что что-нибудь такое побольше. Но загон для свиней я точно построил. Тут вырезала морда и стоит, смотришь. Чтобы я-то обратно не зашел. Вот скотина какая. Скотина есть скотина. Так, что у меня здесь? Кирпичи, стольник. Надо еще поставить стольник. А в сундук надо, кстати, вот это вот стекло закинуть. Я не помню, для чего здесь стекло нужно, но оно где-то вам потом сильно понадобится. Так что стекла тоже желательно наделать. Мне что-то писали, я... Вроде и да, и вроде и как всегда нет. Так, вот так вот. Ну, у нас почти весь инвентарь освободился. Не кисло. Не, тут ее. Так, а здесь тогда что сделаем? А, нет. Сейчас тогда здесь и там заряжу кирпичи. Что я хочу построить второй дом. А... Сейчас я тут кое-кому по рогам накостыляю. Как всегда. Та-та-та-та-та-та-та. Кто бы сомневался-то, что ты ко мне придешь сегодня в гости. Ну, за медяшку спасибо. Кстати, который раз приходит и дает 4 этих медных монет. Типа, а, друган, я тебе медяхи принес. Так, ну порядок. Сейчас я камушков возьму, поставлю их на крафт на кирпичи. То камней много, а вот кирпичи мало. У меня сколько пока кирпичей? 300 штук. Блин, там на одну мельницу только до фонарей не надо этих кирпичей. Что лучше их запасом сделаю, чтобы потом не ждать. Вот самое долгое, когда я строил тут свой домик, вот это... Было то, что я ждал, пока достроятся кирпичи. Самое долгое. Вот это капец. 300 кирпичей делать в столе. В одном, когда он у меня. Это я сейчас второй уже поставил. Там у меня и третий есть уже. Потому что нереально. Давай, делай кирпичи. Где тут они? Бумагу я не делаю. Нафиг она не нужна. Вот сейчас, как говорится. Да, и будьте аккуратней. Когда вы путешествуете с локации на локацию, меняется количество респауна существ. То есть при следующем перезаходе в игру это может быть больше, чем оно сейчас. Так, 27. Десятка, десятка. Ну, должно хватить. Давайте-ка проверим. Неохота, но придется. Проэкспериментируем, попробуем забить. Там что, мне еще голема надо запиндюрить, да? Угу. Големчик. Пробуем его одного на себя натараканить. Сейчас сколько уйдет у меня от этой вот ерунды, надо посмотреть. Раз зелье. Два зелья. Три зелья. Четыре зелья, да? Блин, мощный противник. Как ни крути. Да. Иди сюда. На это уходит два зелья, насколько я помню. Да, два зелья. Ну, почти три.
А на медведе даже не знаю. Ничего, мне опасен голем. Там не зелись и что варится. Ой, блин, нет, нет, нет. Вдвоем с вами я сражаться не буду. Даже не мечтайте. Блин, не нравится мне такое положение вещей, когда они ходят все вместе. Миша, Миша, ты медведь. Ага, иди сюда. Отлично. На него тоже два требуется. Два, а, даже меньше. Устанавливает, конечно, не так шикарно, но да ладно. Ты. И давай тебя как-нибудь привлечем. А ты можешь не летать туда-сюда? Может, медведя? Угу. Правильно, правильно. Молодец. Так, сейчас ее завалим. Будет попроще уже. Так, сразу кофе выпить. Я помню прошлую свою ошибку, что у меня кончилась стамина. Это мне очень не понравилось. Это может достаточно быть фатальным. Так. А вот это тоже плохо. Так, сразу подкрепляемся. Надеюсь, успею я его убить до того, как голем подойдет. Да, успею, отлично. А теперь с тобой, друг, сражаемся. Отлично. У нас вроде все хорошо получается. Удобно с этими зельями. Очень удобно. Немножко читерно, конечно, но их готовить довольно-таки долго. Ха-ха-ха, не успел. Так, стекло. Так, семерочка. Вообще-то шестерочка, ну да ладно. Нажал пятерочку, зашибись. Косоглазие в левую сторону по правой колоде очень хорошо идет. Угу, так. Фрагмент форс получил. Теперь можно спокойно зайти на телепортик и отправляться далее. Так, создать алхимический стол. Получи новый уровень. Ладно, я сейчас попробую зелье одно приготовить. Получится или нет, но чувствую, мне еще надо каких-то крошек алмаза 15 штук набрать. Вот что-то чуя своей. Ага. Пятой точкой, что они мне нужны будут, как всегда. Чтобы их надыбать, мне придется очень хорошо попутеть. Так, тут кирпичи у меня делаются. Сейчас что-то сам их буду откладывать. Ай, крошка аметиста. А зачем мне крошка аметиста вообще? Топаз, аметист, алмаз. Так, что мне надо... На зелье то энергии. Так, ладно, все забираем. Рецепт. Что мне там еще надо? Так, салат, гортензия, порошок белого гриппа. Гриба. Гриба. Гриппом. Да, все, приехали. Так, значит, ветка кофе. Это. Сейчас заберем. Странный, конечно, наборчик. Комментировать не буду, ну да ладно. Вот еще один фрагмент, уже пятый у меня получается. А кофе у меня не здесь случаем, отлично. Так. Хелка есть, салат нужен.
Салат, салат, салатец. Вот салатик. Что там еще надо-то? Порошок белого гриба. А ладно, сейчас сделаем. Все равно мне этот белый гриб как-то никуда не дался. Порошок мухомора, рецепты, порошок белого гриба. 75, да? Там все правильно. Так, надо две штучки порошка белого гриба. Сейчас я, дорогие друзья, доделаю. Пока, пока, пока. Порошок мухомора, кстати, надо бы положить к мухоморам. Вообще-то. Неплохо было бы. И очень хорошо, что здесь киркой нельзя сломать собственные постройки. А то я бы тут уже давным-давно все нафиг поломал. Не специально. А чисто случайно. Я же это люблю дело. Так-с, что у нас тут? Зелье делается, энергия. Гортензия нужна. Как раз ее и забыл, да? Молодец. Гортензия. Гортензия, гортензия. А их как раз я вроде и не выращивал ни разу. Не, или выращивал. Просто не знаю, зачем они нужны конкретно. Да, их я выращивал, только вот не понял, нафига вообще они нужны. Так-с. Сейчас достроится и как раз можем уже сделать. О, два слитка еще золота дали. Обалденно полезная, знаете ли, вещь. Раньше вообще-то здесь золото очень редко падало с гоблинов. Так что золото здесь было, это обалдеть какая редкая штучка. Потом, после того, как разработчик увеличил шанс выпадения золотых монет, стало немножко проще. Так, химический стол, обычное лечебное зелье. Взять, отменить. Так, рецепты и зелье, теперь энергии. Выбрать. Окей. Пусть варится. Мне одно оно нужно, надеюсь, да? Да. Сейчас оно сварится быренько. И посмотрим. Шо за нафиг? Так, салат, гортензия. Тоже что ли сажать? Да вы издеваетесь. Так, надо клубники добавить. Пополнить. Ай, блин. Что, забываю. Так будет проще. Ну, чудно. И чё? Зелье плюс 50 энергии. Блин, да мне кофе проще делать. Следующий уровень. Да, мне нужна крошка алмаза. Ох. Ну что ж, дорогие друзья, на этом серия, пожалуй, закончу. Что крошки алмаза собирать, вы видели, я как сейчас буду, с каким выражением лица. Ну, пока кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на ютубе. Что ж, в следующей серии я уже, наверное, себе сделаю нормальное оружие. Стальное. И будет, надеюсь, все хорошо. Что ж, всем удачи. Всем пока.